Чтобы сезон дождей, слякоти и первых холодов не застал вас врасплох, самое время запастись настоящим медом. Это полезный продукт, который обладает уникальным свойством поддерживать иммунитет человека и помогает бороться с простудой. Купить вкусный мед можно в ТЦ «Олимп» на Тверском проспекте 2 и в бизнес-центре «Тверь» на Смоленском 29, где открыты ярмарки кочевой пасеки семьи Тюриных из Тамбовской области. Наша съемочная группа выяснила, почему именно у этих пчеловодов покупают мед и продукты пчеловодства тверские покупатели. Тем продолжит наш корреспондент. Для тверских покупателей приезд кочевой пасеки Тюриных всегда праздник. Пчеловоды из Тамбова предлагают на выбор более 15 видов меда высокого качества. Цветочный, гречишный, липовый, донник, молочай, акация. Рекомендую мед с цветочной пыльцой. Помогает для повышения иммунитета, сердечно-сосудистых заболеваний, от хронической усталости, от бессонницы. Ярмарки меда пасеки Тюриных по традиции проводят в бизнес-центре «Тверь» на Смоленском 29 и в торговом центре «Олимп» на Тверском проспекте 2 на втором этаже. В этот раз покупатели пришли, чтобы попробовать на вкус разные виды меда и пополнить свои запасы. На зиму для чая, для поддержки организма. Очень полезный для здоровья, конечно. Чай с медом горячий, молоко с медом. Целебный, выздоравливаем. Хороший мед постоянно покупаем. Каждый вид меда отличается по вкусу и свойствам. Например, липа, рассказывают тамбовские пчеловоды, всегда помогает справиться с простудными заболеваниями. Прополис является природным антибиотиком, а забрус пчелины употребляют при лечении вирусных заболеваний дыхательных путей. Мед рекомендуется употреблять по одной чайной ложке за полчаса до еды. А так можно кушать столько, сколько вы хотите. Необходимо мед кушать для того, чтобы повысить свой иммунитет. Он богат витаминами и микроэлементами. Для своих любимых покупателей пчеловоды Тюрина готовы не только делиться своими знаниями о меде, но и скидками. Например, при покупке 5 килограммов меда 6 будет в подарок. А 3 литра цветочного меда вам продадут всего за 1000 рублей. Мне очень нравится продукция, что они предлагают. И каждый раз я покупаю разные виды меда, потому что они дают попробовать. С молочаем мне очень нравится. И гречишный я покупала. Все очень прекрасно. Закупиться на осень и зиму вкусным медом можно в бизнес-центре «Тверь» на Смоленском 29 и в торговом центре «Олимп» на Тверском проспекте 2. Часы работы с 10 до 19 часов. Добро пожаловать на ярмарку меда семьи Тюриных до 22 октября.